Встречаем победителей на родной земле! Наша команда летела, как дети! Обгоняя свет на планете! Только первыми мы всегда встречаем с победой, ребята! Ура! Так не встречают даже известных и прославленных гостей. Харольские школьники взяли второе место на президентских состязаниях. Результат для Приморья исторический. Школьные команды края не добивались такого за всю 17-летнюю историю данных стартов. Приехали ребята со всей страны, самые сильные. Но мы показали все, что мы можем, и вот результат. Второе место у нас за общекомандное. Медаль за третье место у меня за личное первенство. Из 300 я стала третьей. Очень много регионов, очень много областей. Мы со всеми хорошо общаемся, дружим. Не было врагов, были только соперники. На предварительных этапах в президентских состязаниях приняли участие 10 миллионов школьников. На всероссийский финал в Анапу поехали 77 городских и 72 сельских команды из почти всех российских регионов. Основной вид – многоборье по дисциплинам школьной физкультуры. Но участников ждали и тест по теории, а также творческий конкурс. К финалу они готовились все лето. Утром мы бегали, в обед мы ходили в тренажерный зал, нас там тренировали, и затем у нас была теория. На финале участники 8-го А Харольской школы номер 1 превзошли сами себя, значительно улучшили результаты в спортивных дисциплинах, особенно в эстафете. В итоге представители Приморья стали вторыми среди команд сельских поселений, уступили всего 1,5 балла Саратовской области. Да я сейчас самый, наверное, счастливый человек за все 33 года моей работы в школе, потому что это действительно счастье, когда тебя дети не подводят и показывают такие результаты. Сейчас общая радость и пора поздравлений. Позже опять подготовка. В следующем году ребята планируют повторить свой успех и привезти домой золото президентских состязаний. Павел Зайцев, Павел Филатов, Панорама.